Магазин Remix Владивосток представляет вам новинку, палатку Skyman. Раньше он назывался Travel Top, модель 2203. Здесь все размеры указаны, показано, как ее собирать и сколько людей в ней может поместиться. Шикарная палатка. Металлическая конструкция. Очень толстые трубки. Собирал я ее один, примерно, наверное, минут, не соврать, 20. Потому что в первый раз. Заходим в спальню. В спальне есть два кармана. Очень много окон. Все с москитками. Есть также крючок. Все швы проклеены. Абсолютно все. Сомнений не должно быть никаких. Вот здесь вот, наверное, это для того, чтобы сюда протащить провод, если нужно. Выходим. Здесь вот я не доработал, надо было обтянуть вот эти липучки. Ну, ладно, поздно уже. Так, вот окошко. Вот здесь вот дверь. Вот эта часть тоже закрывается. Вот эти окошки тоже закрываются. Везде москитка. Пойдем наружу. Везде такой широкий манжет. Очень удобно, можно засыпать песком. Так у нас вентиляция выглядит. Эта дверь тоже открывается. Можно заходить с этой стороны. Ну, в принципе, все. Вся пропитана, аж хрустит. Любой дождь выдержит. Сделано с умом. Рекомендую. Классная палатка всем. Хорошего дня. В описании видите ссылку на наше объявление и все параметры данной чудо-палатки.